России могут ввести льготы за сдачу норм ГТО. Интерес жителей России к сдаче нормативов ГТО могут начать стимулировать с помощью льгот и скидок. О введении подобных поощрений предложил подумать Владимир Путин. Граждане, выполнившие нормы ГТО, возможно, будут получать скидки в спортивных магазинах. По словам президента, нужно, чтобы нормы ГТО были интересными. По мнению российского лидера, следует придать их сдаче соревновательный характер, поскольку это привлечет молодежь. Также Путин отметил взаимосвязь между ростом числа занимающихся спортом и повышением качества жизни.